Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Валберес, здесь у меня маникюрные покупки. Это вот такие вот, не знаю, как они правильно называются, наклейки. Как вас обозвать, товарищи? Слайдеры. Слайдеры для ногтей. Вот такие вот симпатюшные, под розовое золото. Хочу в следующий раз какой-нибудь с ними дизайн замутить. Цена вопроса там 90 с чем-то рублей. Вообще очень дешево. Удалите. В общем, тут инструкция сзади есть. И пилочки. Опи, я их очень люблю. Сейчас открою. В наборе 5 штук. Вот это почему-то по цвету отличается. Интересно. Именно 180 на 240. Для тех, кто делает маникюр гель-лаком именно, да, вот 180 на 240, прям самое оно. Остатки гель-лака на ногтевой пластине спилить, подпилить форму. Вот прям они классные, классные, суперские. 5 штук мне надолго хватит. Очень их люблю. Брала разные пилочки. Но вот эти прям огонь. Не для обычного ноготка, а опи 180 на 240, чтобы вот сделать форму, это прям вот 3 раза пилочкой махнуть. И все. Потому что они достаточно жесткие. Это самая, по-моему, сильная жесткость. Я не знаю, есть вообще сильнее или нет, поэтому люблю их, именно люблю вот такая, чтобы была форма, потому что иногда я этими пилочками опиливаю кутикулу, то есть вот здесь по бокам у меня достаточно сухая кутикула, иногда я просто прохожусь пилочкой, и маникюр сразу выглядит аккуратным, ухоженным и так далее. Это вот в процессе между самим маникюром. Покупочка AliExpress, и это крутая, мощная портативная колоночка. Давно очень хотели заменить свою старую, она у нас заряд плохо держит, выбор по отзывам пал на эту, и так давайте скорее распаковывать. Что, все было упаковано? Тут еще пупырочка, дополнительный слой, и сама коробочка, она еще тоже в пленочке. И коробочка, смотрите, она как сделана, то есть от повреждений, вот такие толстые стенки картона. Это очень здорово, даже если Почта России, как в моем случае, коробку замнет, с колонкой ничего не случится, это здорово. Еще была в пакетике. Она тяжелая. Вот что мне сразу понравилось, когда только на почте получила посылку, она тяжелая. Как я определяю хорошую технику? Вот Powerbank я так выбираю, потому что заявить можно все, что угодно, но если Powerbank тяжелый, значит, у него мощный аккумулятор, значит, он долго держит заряд. То же самое с колонкой. Заявлено 24 работочаса без подзарядки. И она прям тяжеленная. Это у нас бренд, правильно, как он называется? У нас Transmart, наверное, вот так. Модель T7 Lite. Ссылочку, конечно, оставлю в описании. Все как положено. Какие главные характеристики? Вот 24 работы часа без подзарядки. Смотрела в отзывах, пишут, полная зарядка где-то часа за 4. Ну, то есть на ночь можно там ставить, допустим, стереозвук. Ремешок у нас здесь в комплекте, и колонка сама, она работает от приложения, то есть можно повесить на рюкзак, на сумку, на ветку дерева, в конце концов, когда идете на шашлык. Мы часто пользуемся колонками, то есть мы идем когда куда-то отдыхать, мы можем взять даже на улицу, едем куда-то в поход там, или идем на шашлык, мы всегда берем с собой колонку. На шашлык, да, Крис мне тут подсказывает. Вот они, кнопочки здесь все, и колонка работает с приложением. То есть у них есть собственное приложение, а еще она светящаяся. Вот они у нас с вами басы. Ой, как красиво. И она с подсветкой. Здесь у нас будет подсветка. Вот это все, я так подозреваю, будет переливаться. Так, что у нас тут еще? Значит, встроенное световое шоу. Я так понимаю, что подсветка может работать еще и коннектиться с эквалайзером. Посмотрим, все это проверим. 24 часа целый день музыки без перерыва. Водонепроницаемая. Кстати, вот видите, на коробочке капельки. Это тоже очень круто. Допустим, когда берете с собой на пляж, и не дай бог, там ребенок ее облил или еще что-то, она действительно водонепроницаемая. На пляж, вечеринки у бассейна. Так, стереосопряжение позволяет подключать две колонки. Да, здесь есть такая функция стереосопряжения. То есть, если вы купите две колонки и поставите их две, то они у вас будут работать в режиме стерео. То есть, вообще классно, мне кажется, это такой будет объемный крутой звук. Bluetooth, все понятно, можно использовать как колонки для компьютера, для ноутбука, для телефона, для чего угодно абсолютно. Так, дальше, что у нас здесь еще интересного? Приложение сейчас будем искать, скачивать. Управление через приложение, усиленные басы у этой модели. Здесь 2 полнодиапазонных драйвера и 3 пассивных радиатора. Я не знаю, что это такое, я вам рассказываю, может быть, кто-то понимает, кому-то это важно. Присутствующий бум и ударопрочные басы. О, как интересно. Так, стереосопряжение сказала. Настраиваемый эквалайзер как раз в приложении. Можно все настроить. Радуга шоу, то есть это вот эта вот подсветка.
разные, я так понимаю, 24 часа, водонепроницаемые. Так, все основные моменты вам рассказала. Мы пошли разбираться с приложением и все вам расскажу, покажу и воспроизведу. Кстати, я коробку не до конца разобрала. Там в этой картонке у нас с вами была вот такая вот карточка. Так, это, наверное, QR-код для скачивания приложения. В общем, сейчас будем все смотреть. Огромная инструкция. Сейчас посмотрим, есть ли на русском. И зарядник. Зарядник у нас формата Type-C. То есть универсальный, что очень-очень удобно. Конечно, родные и любимые сделали инструкцию для России. Я даже в этом не сомневалась. Вот у нас подробнейшая инструкция. Разобраться, я думаю, сможет даже ребенок. Так, ну и мы пошли. С котом ее уже включили. И тут такая красота творится. И сразу такой звук. Котёнок, наша колонка, которая до этого была, просто отстой по сравнению с этой, да? Вот такой объемный. Сейчас попробую. Так, вот у нас кнопка включения. Bluetooth мигает уже коннектически. Слышите? Уже даже при включении слышно? Сейчас, подожди, Кристюш, надо разобраться сначала. Такой объемный, классный. Действительно, стерео вообще супер. Разбираемся дальше. Мы с легкостью скачали приложение. Оно есть в App Store и Google Play. Называется оно Телефон у нас разряжен. Transmart. Мы выбираем там свою модель колонки 7 Lite. У нас показывает вот заряд 90%. И сейчас будем пробовать воспроизводить музыку. Так, что мы тут нажали? Мы нажали, что она работает у нас, да? У нас есть эквалайзер, музыкальные проекты. Вот они такие всякие разные. Пульс, глубокий бас. По умолчанию. Давайте пока будем по умолчанию. И настройка ручная. Так, сейчас будем искать музыку, воспроизводить. Настройка, кстати, много режимов. Вот тут можно как по Bluetooth с телефона, можно карту памяти вставить. И вот стереорежим, про что я вам говорила, две колонки. Выключать можем светодиодные режимы. Карусель у нас здесь какая-то. Глубокий вдох, карусель, модная вечеринка. То есть вот такие вот интересные режимы. Это, наверное, как она будет мигать. Включила музыку без авторских прав, потому что другую ни YouTube, ни Дзен не пропустят, чтобы показать вам качество звука. Оно действительно очень крутое, прям действительно стерео. У нас было много колонок, есть с чем сравнить. Звук чистейший, классный, суперский. Это я вам включала еще не на всю громкость, прям стерео. Это вообще, это как будто у нас тут колонка, не знаю, стереосистема дома стоит. Музыкальный кинотеатр, она очень громкая. И причем это стоит режим обычный, неусиленных басов. То есть у нас такой вот он стоит, нормальный тот по умолчанию. Вообще ничего себе. Вот это орет. У нас у друзей колонка, помнишь, Оля, котен, вот такая вот огромная она. Ну как вот наш пуфик, наверное, высотой. Сейчас все сделаем. Любой каприз. И она огромная, и то она, мне кажется, так не орала. Слушайте, колонка зачет. Нам очень понравилось. Мы в диком восторге. Функционал классный. Работа через приложение. Вообще огонь. Прям рекомендую. Но подарок, кстати, вот детям, да, ты рада такой подарок получить была бы? Я тоже рада. Мы давно очень хотели колонку, но все присматривались, какую выбрать. Но вот это, я считаю, вообще идеальный вариант. И для детей интересно, и мигает, и повесить можно. Кстати, тут ножки вот эти вот силиконовые, просиликоненные для поверхности, чтобы ее можно было удобно ставить, и она нигде не скользила. Покупочка в Валберес, девчонки, это моя давняя хотелка. Они у меня, наверное, в корзине лежали с мая. Но, честно скажу, меня душила жаба, потому что вроде у меня обуви много, но вот эти очень хотелось. А у Аленки, по-моему, Ризван такие. Многие их, кстати, ну, не рекламировали, я не думаю, что рекламировали, Аленка тоже не рекламировала, а просто обозревали. Они прям вот как-то нашумели, отзывы у них великолепные, мне так хотелось их тоже. И тут они за 1100, за 1155 стали, я быстрее купила, как раз возьму на море их, потому что это мега удобно. Это эко-кожа, я коробку сразу выбросила, это же коробка была обычная, картонная, ну как бы там ни бренда, ничего не было. Смотрите, и стелечка очень классная, анатомическая, она прям с вот этими вот подушечками, прям потрясающая стелечка.
Очень мягенькие, очень легкие, они вообще невесомые. Я на пункте выдачи их как примерила. Вот эта вот подошва, она очень легкая. Вот самая оптимальная высота пяточки. И вот тут подошва. Вот самая оптимальная, когда тебе и удобно, и когда она есть. Потому что без платформы, грубо говоря, без каблука ходить нельзя. Это вам скажет любой врач, любой доктор, любой хирург. Если вы ходите в балетках, в тапках, в сандалях, в шлепках, без платформы, без каблучка, это обеспечивает вам проблемы со спиной, суставами в будущем. Вот. Я взяла два цвета. Беленький и вот такие кремовые. Мне больше понравились кремового вот такого вот цвета. Кремовый кофе, не знаю, как это назвать, кофе с молоком. И полностью белые были. Размеров осталось мало, но они есть у разных производителей. Я вот прям нажимала кнопочку «Похожие» и смотрела, у кого дешевле, и сравнивала. На пункте выдачи даже владелец пункта выдачи на них запала. Она сказала: «Господи, какие они великолепны!» Вот эта эко-кожа, она очень-очень мягкая. Смотрите, как все выполнено. Все прошито просто изумительно. Вот здесь такие зубчики, я думаю, это дефект, интересно. Потом посмотрела, нет, это так задумано тоже. Видите, вот такие вот зубчики. Я не знаю, зачем это сделано. Вот такая вот подошва. Вот. И застежка-липучка. Они подойдут и на широкую ногу, и на узкую. То есть на широкую ногу они растягиваются. Потому что, ну, безумно мягкая, девчонки, эко-кожа. Я сейчас примерю, я вам все обязательно покажу. Размеры, так, оставались 41, 42, 43. Вот на пункте выдачи женщина тоже говорит, себе и маме такие обязательно возьму. Они были то 3000, то 2700. Потом их долго не было дешевле. Вот сейчас 1155, последние размерчики, прям супер. Это 41 размер. У меня размер ноги 39-41. Поэтому на размер они мало мерят. Однозначно. По длине, по ширине нет. Все отлично, все замечательно. А по длине на размер они мало мерят. У меня прям есть совсем маленький вот такой вот запасик. Хотя на момент моего заказа были и 40-го. Но я решила, что нет. Потому что отзывы смотрела, что мне надо 41. И они зрительно очень уменьшают ножку. Вот она смотрится прям такой аккуратной. Ну, что-то с чем-то. Сейчас одену, покажу. Вот смотрите, девочки, какая прелесть. 41 размер, а как аккуратненько смотрится. Я в брючках, но сейчас обязательно в платьишке выгуляю. Очень аккуратненько смотрится, вот очень. И вот 41 у меня вот уже где палец. Вот, ну, в принципе, тут сколько? 2-3 миллиметра только запас. Пяточка не вываливается, то есть все хорошо, все отлично. Очень симпатюшные, прям с платьишком гонять. И белые как-то мне показались обязывающими. А вот эти вот бежевые, они прям и в пир, и в мир, и в добрые люди. Под любой, в принципе, цвет юбочки, платья, брючек тоже можно. Прям очень классно. Вот еще смотрите, в зеркальце вам покажу, как все это дело смотрится. В общем, класснючие. Класснючие, мега удобные, мега мягкие. Прям ножка вообще их не ощущает. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.